Все сюда! Живо! У нас тут кот! Мы выследим вас, сволочи! Всех до единого! Думаете, Америка вас не найдет? Зачем, генерал? Мы сами придем в Америку. Никакого оружия. Контракт запрещает. А кто узнает? Генерал МакГован. Но, чтоб ты чувствовал себя спокойней, вот тебе сувенирчик из Индонезии. Спасибо, Вик. Керамбит — это самая нужная вещь для воздушной разведки. Пригодится. Где Чарли со своей связью? Эй, прости, я тут кое-что ценное налаживаю напоследок. Я убрал все официальные частоты. Зачем? Чтобы генералы под руку не лезли. Наш человек. Сэм. Погнали! Загружаю. Готово. Группы, это король. Начинаем. Пешка готова. Он готов. Конь готов. Ладья готова. Пеш готов. Что-то еще, шеф? Скажи Саре, что меня не будет пару дней. У Сары ведь нет парня? Нет? Ну, нет, значит, нет. Не взламывай их систему, мы тут гости. Да, но у них все так просто! Загружено. Здесь два противника. Готово! Шифр ключей от зоны F. Срок действия 40 дней. Они уничтожены. Брось его. Глушите все. Выступаем. Черный список. За дело. База Андерсон, это Паладин 02. Прошу разрешения на взлет. Как слышите? Радио сдохло? С радио все в порядке. Андерсон, Паладин 02 на связи. Прошу разрешения на взлет с вертолетной площадки Альфа-9. Мы опаздываем. В жопу правила. Надо успеть на партию в покер с генералом МакГованом? А как еще я расплачусь за вертушку? Брось его. Группа «Браво», что у вас? «Браво» готово. Вперед. Твою мать! Мэйдэй, мэйдэй! Паладин 02! Мы падаем! Держись! Мы на базе? Чуть-чуть не дотянули. Мы здесь как на ладони. Вик, помоги, я застрял. Телефон Чарли. Да. Твою мать, парни, вы целы? Что случилось? Вертолет сбили, мы целы. Похоже, взорвали оружейный склад. Ты где? Прячусь с ноутом под грузовиком. Слушайте, парни, все частоты блокированы. Где-то есть глушилка. Сигнал... северо-западу от вас. Сиди тихо. Мы найдем ее.
пошли. Спорим, у этих скотов одна из наших глушилок. Почему ты так думаешь? Я бы так сделал. Будь начеку, Сэм. Так, всем привет, с вами Филипп, и мы будем проходить игрушку под названием Splinter Cell Blacklist, да, новая игра, которая вышла не так уж прям недавно. Я вернулся, как мы будем проходить. У меня там некоторые просили, вернись, так я и вернулся. Так, и давайте пройдем эту игру. Я ее... не прошел, по звуку точно не играл в нее, но зато я прошел Saints Row 4, да, она очень прикольная, и мы с вами пройдем, когда выйдет субтитры. Сейчас мы дышим, мы должны пройти. Так. Разойтись и продолжать поиски. Пробел. Я играл в Splinter Cell Conviction. Индикатор костюма светится, когда вы прячете не. А в Conviction было это, что все темно стало. Замри. А когда на свет выходим, мы сразу светлее становимся. Да, тут поменять другое, тут качество светится. Да, меня. Игра полностью на русском языке. Это хорошо, очень хорошо. Я ее уже давно скачал. Очень давно скачал. Когда она вышла, через день я ее скачал. И сам удивлен, на русском она. Вот так, пробел, конечно же, противник укрытия, да, укрытие, я знаю. Так, это я знаю, как ты, в той части тоже было это. Так, другое укрытие. Удерживайте так, чтобы открыть селектор. Нажмите Б, чтобы смертельный или не смертельный прием. Так, давайте смертельно, чтобы глушить так, что он его снимает. Это он чувака снимает нашего. Так, конечно, смертельно, чтобы они не выжили. Убить их, конечно же. Ну, нафиг. А что он хотел? Он хотел подкрепление выжить, что ли? Что он так убежал? И помощи не будет, если они блокируют связь. Вот так, нам одному надо. Ладно, вид, удачи. Удачи, конечно же, удачи. Как громко. Так, на восьмерку ставим. Поставилось? Да, поставилось, хорошо. Так, идем. Прежде. Лодыри. Ну а там же ты самим дорога так. Я их вообще не слышу. Наглый самолет. Наглый. Давай, ты ходи сюда. Иди сюда. Главное, чтобы мы его бесшумно убили. Тихо. Так, все хорошо у нас. Пока у нас все отлично. Тихо. Они будут линять там хоть? Валить отсюда, блин. Свет нельзя погасить, как в прошлой части. Так, ой, точнее, их тут можно. Может быть, можно гасить, как в прошлой части. Вообще я не то прям вообще сказал, блин, а как же нам пройти, они сюда идут. Что, прям двое идут? Если один пойдет, то это хорошо. Нахер иди. Блин, не получилось, иди нахер. Так, у нас, конечно, патроны.
Да идите его нахер, сколько вас тут? Фу, слава богу, ушли от них. Помоги. Так. Черт. Вы же помните, ему дали гранату в руки. Только зачем? Так, держись, парень. Мы вызовем помощь. Им уже дали гранаты. Свои. Ты вырубишь эту штуку? Я даже не заметил. Как он заметил вообще? Как там парень? Скверно. Чарли, мы здесь. Ладно, хорошо. Теперь надо отключить генератор напряжения и блокировать посторонний сигнал. Не двигайся. Черный список. Помолчи, ладно? Черный список. Чарли, а где выключатель? Видишь синюю кнопку? Угу. Жми. Что ты сказал? Что ты пытаешься мне сказать? Ты о чем? Черный список победит. Получилось, черный век. Список победит? Черный список победит. Ох ты ж, блин. Ох ты ж, блин. Подставили. Вас конкретно подставили. Сообщение о нападении на Попковину. Ubisoft представляет. Что у них YouTube какой-то другой? И назвали теракты черным списком. Черный список. Черный список. The Blacklist. Там был написан черный. Черный список. Америка. Это черный список. Каждую неделю новый удар. Наши требования просты. Наши солдаты в 153 странах. Отзовите их сейчас же. Или дайте неделю удар. Никаких переговоров. Список не остановить. У вас 7 дней до нового удара. Выбор за вами. Мы инженеры. Том Клэнсис, принц Келл Блэклист. Докладывайте. Паладин 1, 4-й эшелон готовы, мэм, но мы не можем найти Фишера. Его друг тяжело ранен, а где Виктор Коста, там и Сэм. Разгром на Гуаме, угроза новых терактов по всей Америке. Миру нужны ответы, мистер Фишер, а у меня их нет. Четвертому эшелону не найти их без лидера. Держись, Вик. Сам Фишер. Мне нужен один из людей Вика, без вопросов. Берите Чарли Коула. А с Гримс Доттер отправится один из лучших людей ЦРУ. Айзек Брикс. Грим, ни за что. Она тоже была резко против. Увы, Сэм, так не пойдет. Она работает с вами лучше всех. Четвертый эшелон ждет вас, мистер Фишер. Недурно, правда? Первый раз летишь. Нет. Удалось что-нибудь нарыть об этих инженерах? Пока нет. Брикс и наши агенты проверяют кое-какие наводки. А список? Американская свобода, американская кровь. Это теракты. У каждого свой срок. До американской жизни еще 5 дней. Время уходит. Мы просчитываем возможные цели их атаки. Пока расскажу про самолет. Военный транспортник прототип? Его еще модифицировали. Оружейный лазарет, изолятор. Все как на обычной базе на Земле. Только летает, как в старые добрые времена. Что такое, Брикс? Вживили подкожное радио. Ощущение, как дрелью ткнули. Борт номер 1 по сравнению с ним бумажный самолетик, да, Сэм? Хочешь поговорить об улучшениях? Позже, покажи мне все. Новости, поиск информации в сети, прогнозирование, анализ фото и видео. Еще доступ к зарубежной электронной разведке, распознавание лиц по базам ЦРУ, АНБ, РУМО и ФБР. В реальном времени. Так вот, чем ты все время хвастал. SMI. Стратегический многоцелевой интерфейс. По сравнению с ранними разработками, он серьезно улучшен. Он тебе все объяснит. Самое классное, всем можно управлять прямо отсюда или через апсат, если ты на Земле. К
Впечатляет. Ладно, скажи, если что нужно. Мне надо кое-что проверить. Спасибо. Мы еще и по самолету будем ходить. Можно. Так, что с этим нельзя делать? Целиком. Так. Так, не хочу я к ней идти, так что я пойду пока сюда. Вы можете позвонить Саре по его дочке. Дочке можно позвонить? Это дочка из прошлой части. Пап, привет. В новостях показали видео черного списка. Все хорошо. Не могу сказать, где я и чем занят, но... Ну да, как всегда. Но ты хоть цел? А дядя Вик? Вик. Из-за него я и звоню. Ранен на Гуаме. Тяжело. Но он же поправится. Скажи мне, что он поправится. Ты же знаешь, он боец. И в надежных руках. Пап, это не ответ. Где он? В центре Рида? Я там буду через час. Не нужно никуда ехать. Его перевозят в Ланштуль самолетом. За ним присмотрит Чарли. Как только хоть что-нибудь узнаешь, сразу звони, ладно? Пап, слышишь меня? Ладно. Но сейчас мне уже пора. Как всегда, да. Просто давай знать, что ты жив, ладно? Хорошо. Люблю тебя, пап. И я тебя, малыш. Прочие пишка. Так. Что нам еще тут можно? Аптечки. Так, ну с этим ничего взаимодействовать нельзя, да? Я пока не хочу миссии никакие выполнять, так что пока осмотрим весь самолет, что у нас тут. Что у нас тут есть? Так. Так, я вижу какой-то вертолет. Бегать тут тоже можно. С ним можешь взаимодействовать там. Полетать на нем. Да, ну это вам не GTA, не что-то в этом роде, чем можно летать. Просто взять и летать. Так, лезть. Ну что тут у нас? Вижу маску. Точнее, каску. Тебя вообще путают слова. Так, ладно, тут ничего нет. Зачем это надо было делать, если тут ничего нет? Не выходить, ты тоже будешь с паролем? Блин, как же ты это только пишешь? Вот зачем дверь вообще закрывать? Открыл бы и не закрывал. Так, дальше, что у нас тут у нас? У нас там ничего. Сейчас дверь не открывается. Сюда можно влезть? Нет. Что у нас тут еще есть? Сэм, Чарли возится с новыми побрякушками. Грим. Слушай, Сэм, у нас впереди много работы. Может, нам все же объясниться? Но она очень изменилась в прошлой части. Сама говоришь. Либо я ее уже просто так забыл. Улучшение самолета. Чего? Деньги? Высокочувствительный датчик отслеживает противника и объекты. Да что еще вообще такое? Ну, у меня хватит только на вот это. 1000 и все. Ну ладно, давай пока. Что-то я вообще не понял, тут деньги? Не, в прошлой части не было денег. Окей, в шоке. Да тут любас еще улучшение будет своего костюма, покупание оружия, да? Не просто же тут деньги для самолета какого-то обычного. Что у нее там еще было? Грим. Слушай, Сэм, у нас... Так, заткнись, это уже говорили. Задание Грим. Один совместный. Нет, задание мне пока не надо. Мне пришел отчет от моего агента в Бенгази. Поговорим позже. Ок, поговорим потом. Задание все вы... Кто мне сказал, этот? Или... А, этот вот. Но Брикс устроился? Пока еще нет.
Обычно у меня бывает больше времени на подготовку. ЦРУ слишком неповоротливо, а стремительность – залог успешной операции. Так точно. Просто хотел все лучше спланировать. Привыкай. Так, задание Брикса. Прогресс. Прогресс. Что за прогресс? Учение есть. Ага. Включиться надо еще. Иди ты нахер. На этом все. Подключение. Работа с вами честь для меня, сэр. А мне с тобой не честь. Так. Пойдем направо, потому что там опять этот сраный пароль, который он вводит полтора часа, потом закрывает эту дверь час. Чем можно просто ее открыть, потом будет... Так, это что, тюрьма, что ли? Туда можно зайти? Так, тут две, вот это можно зайти. Смотри, не закрой. С туалетом, да, это вообще самолет с туалетом. Печник. В тюрьме у них что тут тюрьма? Зачем им тюрьма? Ты поймешь, зачем им тюрьма тут? Так, открывай, я опять закрывай долго. Так. Во-во. Так, а нам сюда, ну хоть тут пару не надо писать. Черт! Закончил установку, Чарли. Ага, момент. Не бил. Да, Сэм, уже все почти готово. Осталось только кое-что разогнать и отнести список нужного барахла на рассмотрение Ее Величества. Будут трудности, дай знать. Окей. Как наворочено, да? Я смогу сам чинить и модифицировать тут почти все. А если хватит денег и материалов, то смогу и твой костюм как следует прокачать. Похоже, я в надежных руках. Именно. Так, сейчас что-то нужно? Да. Поработаешь над шлемом? А, ладно. Так, задание нет. Вот, подбор снаряжения. Ну, я же говорю вам. Компания Сэм Шпион. Чего? Лучше тут еще и костюмы есть. Так, дайте мне костюмы. Я не хочу ни с чем ходить. Так, гаджеты. Пара по Эми ловушка. Эми пусть на время выводит из строя гаджеты освещения врагов. Временно нейтрализует врага. Ударная волна и вспышка при взрыве. Так, минус шокер. Очки. Так, спецкостюм. Так, ну я бы сейчас ничего не покупал. Ну, не знаю, вот что бы купить такое. Я бы думал, я выпустить, увидеть, может, только в очках. Нет, у меня есть. Так, это пистолет. Так, пистолет, 6 штук стоит. Мощность и точность. Если я потрачу, так, если я потрачу, блин. Либо на костюм тратить что-то, либо на пистолет дополнительное оружие еще нет, не хватит. Без оружия арбалет? Блин. Арбалет, ничего себе. Я хочу пострелять арбалетом. На спец, либо это, спец, Так, жилетка. Она скрытность, это защита, но скрытность убавляется. Перчатки. Обращение с оружием, и все. Так, штаны. Скрытность больше, это то же самое, как и с этим, ботинки. Это то же самое. О, к индикатору, что-то... Камуфляж, длина. И зачем это? Гибридный оптический костюм, длина волны 405. Ага, ну какая фигня. Лиловый, бледный синий. И чё я подумал, я куплю пистолет у нас. Купите применить, да. С глушителем, да. Да. Тут не все с глушителем. Поговорить с Гримой, улучшит мастерскую Чарли, чтобы разблокировать данный прототип. О, как тут все упущено сложно. О, как все тут упущено.
Надо сделать. Отлично, Чарли. Спасибо. Надо отремонтировать самолет, чтобы открыть это оружие, чтобы его потом купить. Это вообще улетно. Мне пока нравится. Ну, Saints Row 4 все же лучше. Я вам говорю, я... Так, чутку. А, это, походу, мое снаряжение, я так думаю. Так, ну, Saints Row 4, когда Русик выйдет, тогда мы точно с вами поиграем. Так, лезть. Куда это лезть? Еще что-то? Вход есть какой-то. Да, когда выйдет Русик, тогда поиграем. Я его уже почитаю. Ой, блин, какой почитаю? Весь прошел на 100%. Все дополнительные миссии, все такое. Не верите, я вам картинку выложу в ВКонтакте, кому там надо будет. Я картинку выложу, что я на 100% прошел. Так, с вами можно базарить? Какие-то вы неэпичные, хоть в эту можно зайти в дверь. А, зря тоже сюда ходить надо. Здесь тут ничего нет. И опять закрываю. Так хоть он эту дверь открытую оставил. Так-то он все закрывает двери. Так, ну я все подумал. Ладно, всем пока, с вами был Филипп. Сохранить нельзя, ладно. Придется, знаешь, потом опять пушку покупать. И с ними разговаривать, я так думаю. Если сейф не пройдет. Ладно, всем пока, с вами был Филипп. Я вернулся, мы будем продолжать. Потом будем продолжать проходить Sprint Scale. Blacklist, черный список. Так, смотришь грозно. Вообще какой-то стрёмный мужик. Да, и потом будем продолжать Saints Row. Будем играть Saints Row 4, когда Русик выйдет. Просто так я не могу играть. Я ни английский, ни хухры-мухры не знаю. Так что я продолжу выходить все игры, какие будут выходить. Ладно, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, мои подписчики, и комментируйте.